Привет, друзья! Вы на канале Будни Дэй, и как видите, выпуск сегодня обещает быть не самым стандартным, но это нас не остановит. Погнали! И тема видео максимально пересекается с моей сегодняшней ситуацией. Дело в том, что глава наша называется «Живи, как живется». И вот на этом примере я прямо сейчас вам объясню, как нам эту главу воплотить в жизнь и как принцип «Живи, как живется» является самым простым и самым эффективным из тех, которые мы можем применить в данных ситуациях. Погнали! В чем смысл этой главы? Сейчас расскажу. Ну, гляньте, какой, кстати, фон Москва-Сити. Дело все в том, что мы привыкли очень глубоко относиться к некоторым ситуациям, которые бывают, случаются у нас в нашей жизни. То есть мы, например, увольняемся с работы, нас начинает переполнять злость, ярость, мы начинаем как-то хейтить это все дело, начинаем как-то пускать какие-то слухи и так далее. Или же, например, когда мы расстаемся с любимым человеком, начинаем его всячески презирать, не уважать, переживать по этому поводу и так далее. Ну или, например, как я сейчас. Вот у меня сломался штатив, и просто не получится снять это видео статично, с определенной точки, с более удобного ракурса. Но «Живи, как живется» подразумевает под собой то, что мы просто должны принимать все как есть. То есть, если штатив сломался, ну и да, сломался он. Ну, а что переживать, что горевать? И дело в том, что когда мы эту ситуацию принимаем как то, что с нами случилось, и то, что мы не можем изменить, то нам становится намного проще. То есть, я мог бы переживать, что вот, штатив сломался, что делать и так далее. Но вместо этого я просто держу в руках телефон и снимаю это все так, как могу. Ничего страшного. Потом куплю новый переходничок, и все будет круто. Вот. Живи, как живется. Принимай то, что у тебя случилось в жизни, как то, что случилось, и делай с этого выводы. То есть, в следующий раз я просто не буду брать штатив в такие мероприятия, или же буду брать его немножко под другим углом. Самое главное — это не переживать и не паниковать. Мы все прекрасно понимаем, что наши, как говорится, после драки кулаками не машут. И то, что мы, например, будем горевать и негодовать по поводу того, что у нас случилось в жизни, ничему нас не научит, ничего нам не даст. Просто вместо этого мы можем взять и воспринять это все намного проще. И тогда нам самим станет легче. Я вам советую, друзья, очень искренне и действительно задумайтесь над тем, чтобы начать попроще относиться к вещам. Живи, как живется. Случилось? Случилось. Бог с ним. Сделайте по-другому. Не переживайте, не грустите, не нервничайте по этому поводу. Ни в коем случае. Так мы просто тратим энергию зря. В заключение, конечно же, ну, это очень непривычно так снимать. Я хочу сказать вам следующее. В нашей жизни случались, случаются и будут случаться огромное количество разных, скажем так, незапланированных и нештатных ситуаций. Вот, например, ветерок поднялся. И то, как мы их будем пропускать через призму своего восприятия, будет ключевым моментом. Потому что если мы будем на них реагировать, скажем так, легко, то, соответственно, и мы будем спокойны, мы будем, скажем так, более рационально в этом плане. Если же мы будем нервничать, то будет все валиться из рук, и дальше будет и дальше все не получаться. И вместо того, чтобы просто немножко сделать по-другому, мы рискуем не сделать вообще ничего. Ну и потерять время, потерять возможности, потерять какой-то запал к этому. Поэтому, друзья, будет это видео коротким. Спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. И живите, как живется. Воспринимайте все легко. Случилось и случилось. С этим ничего не поделаешь. Это нельзя исправить, но в дальнейшем, в будущем, это можно предотвратить. Пока-пока.